История любви Ольги и Руслана – не редкость в современном мире. Их знакомство произошло в соцсети. Через время встретились в реальной жизни. Но после прогулки не восприняли друг друга всерьез. Время шло, общение становилось все больше. И вот они вместе 2,5 года, а сегодня официально регистрируют свой брак. Дата практически сама их выбрала. Я приездил предложение. Вот. В январе мы решили подать заявление в ЗАГС. Зашли через сайт, начали смотреть, какие даты. И прям совершенно случайно выпала дата. Вот прям одно время было на эту дату. Я думаю, Оль, давай так. Чё? Тем более очень символично. Год семьи. Год семьи. И в день семьи. Да. Школа. У всех это слово вызывает разные чувства. У Олеси и Дениса она явно ассоциируется с любовью. Они познакомились, когда она училась в 10 классе. Он же был на год младше. Так случилось, что гуляли в общей компании. И простые встречи переросли в нечто большее. Теперь они семья. И день семьи, любви и верности для них не просто дата в календаре. Для нас это самый главный, наверное, теперь день в жизни. День, который мы каждый год будем отмечать теперь. Знаменательная дата для нас теперь. Ценность дня семьи, любви и верности и то, как провести этот день, каждый определяет для себя сам. Одни не придают значения, и для них это просто будний день. Другие же встречают его со своей семьей. А кто-то именно сегодня вступает в главный союз своей жизни. Так, по сообщениям СМИ, в этом году в Рязанском ЗАГСе расписалась 21 пара. Возможно, именно они в будущем получат медаль за любовь и верность. Это семейный праздник, который надо желательно отмечать со своими родными. Вот. Ну, очень такой светлый праздник, я хочу сказать, да. Мне кажется, самый светлый. Анастасия Арн, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».